Здравствуйте. Сегодняшний обзор будет интересен для нашего красивого пола. Пришла посылочка из Китая, которая стоит $6.12. Здесь находится наборчик. Ну, тени там, кисточки, всякое такое. Сейчас мы тоже нам посмотрим, сейчас мы распакуем эту посылку. Ну вот, я открыл, то получается коробочка такая. Ну, сейчас мы ее откроем, и что мы видим? Ух ты! Какая интересная вещь для наших дам. Это будет 6 видов теней, походу, если я так правильно выражаюсь. Сейчас мы их откроем. Ух ты. Открывашка-то сильная. Так. Вот. Так, это отложим. Я так понимаю, но... Вот так вот открывается. А. Сейчас попробуем. Ладно, вот идут 6 теней, вот какого они цвета, вот марка ихняя, не знаю, что за она. Тени, по идее, должны быть хорошие, ну, я не разбираюсь, так что, кто будет заказывать, ссылка на весь этот набор будет в описании. Он стоит $8. Ну, кто закажет, тот посмотрит. Так, дальше. Это тушь. Так, господи, где она же открывается? Так, вот тут, наверное. Ё-моё. Ладненько. Разберемся. Так, а это что такое? А, вот. Так, вот это я тоже не знаю, что это такое вообще. Не представляю даже. Так. Мне попросили заказать. Дали деньги, я заказал. Так. Такая-то у нас баночка. С чем-то, вот, с чем-то черным. Так. И к этой баночке шла кисточка. И вот наборчик кисточек для лица. Их 5 штук. Ко мне уже такие приходили. Очень мягкие, довольно-таки такие приятные на ощупь, сборка хорошая. Видео именно про эти кисточки я тоже кину в ссылки, либо будет на самом этом видео, сделаю ссылку, так что если хотите, можете посмотреть. Так, что же у нас с тушью? Как она же открывается? Вот мне интересно самому же стало. А, во! Так. Ух ты, какая интересная. Как помада. Так. Так она же в пленочке. Так, сейчас мы ее возьмем, откроем немножко.
Да уж, девушки, я не знаю, если честно. Кисточка какая-то. Не очень, мне кажется, хорошая, потому что она должна даже хорошо выходить. Тут только если заметить, она пахнет клеем немного. Вот. Так что я лично в этом не разбираюсь. Но мне кажется, что тушь как раз-таки не очень хорошая. На мой взгляд, не знаю, я не разбираюсь. Ну, вот то, что идет запах от нее, да, вот это да. И кисточка будет, наверное, не очень хорошая, потому что вот еще она выходит немного с затяжкой и заходит так же. Наверное, нормальные туши так не должны заходить и выходить. Так, ладненько, может еще с этим разберемся. Может, тут нажимать надо как-то. Так. Да уж. Ну, тут вот идет 6 цветов. Больше ничего. Да, все на китайском, на китайском, на китайском. 15 грамм весит. Так, а это ж сколько тогда? Не знаю, ладненько. Ну, посмотрим. Про кисточки тут идет. Значит, для румяна, для глаз, то есть для бровей и ресниц, ну и для лица Т3. Не знаю для чего, конечно. И чехольчик идет в комплекте, как вы видите. Вот. Вот такой маленький обзор. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока-пока.